Четвертый международный межрелигиозный молодежный форум открыт. В Доме дружбы нашей столицы состоялось первое пленарное заседание. В нем приняли участие глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, представители трех мировых конфессий, гости из-за рубежа и другие. Подробнее в сюжете Гамзата Нурмагомедова. Открывая заседание, Рамазан Абдулатипов поприветствовал его участников. Далее глава региона отметил заметный вклад форума в развитие межконфессионального диалога и позитивного взаимодействия трех основных религий. Этот форум вносит заметный вклад в тесное взаимодействие между представителями всех конфессий, способствует сохранению мира и согласия, способствует духовному обновлению нашего дагестанского, российского общества. А без этого никакие реформы невозможны. В работе форума приняли участие руководители региональных религиозных конфессий, представители органов власти, общественные и политические деятели. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди в своем выступлении призвал верующих снисходительно относиться друг к другу, проявляя благой нрав и следуя духовно-нравственным общечеловеческим ценностям. Уверен, что подобные форумы способствуют утверждению доверительных отношений между властью и религиозными организациями, воспитывает в людях культуру межконфессионального общения. Это очень важное мероприятие мы проводим вместе. Проводим с одной благой целью, чтобы воспитать нашей молодежи правильные духовно-нравственные ориентиры. В завершение встречи глава Дагестана наградил общественных деятелей государственными грамотами и памятными подарками за весомый вклад в развитие духовных и культурных традиций в республике. Ежегодный, уже четвертый по счету, форум завершится 25 августа. За это время его участники пройдут образовательную программу, посетят мечеть, церковь, синагогу и другие культовые достопримечательности столицы. Гамзат Нурмагомедов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.